У тебя сейчас нормально все? Как мебель ждал. Да все, за сумоней пошли. Тут я тут. Так а чё ты еще не сдал-то нахуй? Ну, у тебя микрофона нет. Или есть? Что ты хочешь, а? Во-во-во, Опа, иди сюда, на! Всем здрасте. Здорово. Микрофон есть. Так, ладно, тоже наушники на рандину. Так что да. Делай второй статик целка 25-ки, да? Да, надо уже вторую собирать. Ты что, у нас статик есть? Рано. Перекинь. Да не статик, а сборные солянки. Просто мы скоро все твинков поапаем, и будет 2 25-ки. У меня уже третий твинк, блядь, апается. Я не вижу, чтоб твинки были в рейде, по крайней мере, я сейчас их не вижу. Сейчас идут все на мыль. Ребят, проверка связи. Нормально слышно, нет? Да. Хуже, чем было раньше, ну пофиг. Честно? Да, нормально. Все нормально слышно, прям. Просто ребят, можете подождать, у меня что-то с компом. Кто? Кто? Это хил. Какой виндоу? Ага, все, да. Понял. У меня тут вов завернулся и на экране этот значок. Нормально, кого сумон плюс чат быстрее? Сейчас, 5 минут. Алиса, Гримар, наши лететь, правда. А как я из Гримара прилечу? Через дирижаблик. Через плавь. Я не умею. Так, хорошо, реально, уже 18 минут, мы уже должны, как 18 минут, чистить боссов в этом мы грёбаном... на кораблях. Босса, принимай сон. Но. Хорошо, пошли чистить все туры. Все здесь? Посмотри, проверь. Так, Римон, чё ты каски разбафаешь, да? Я кулачки МП5. Да чё скажешь, то и разбафаю. Давай, я кулачки МП5 разбафаю. Булки поставили. Даже сам турбойс берет булки банкила. Тот ленивый. Осенькие. Не хочет петь. Булечки. Ой, это не агри, пожалуйста, больше. Я хотел проверить, души будут фармиться без способа, нет? Нет, без способа, скорее всего, нет. Вот, блядь. Не буду. Задума там поснимайте трэш. Турбо. Турбо нахуй. В инвиз уходили, призывай копии, блядь. Не умирай. Особо сильно не бей. Стан дал. Ай, нихуя не дал. Так. Аккуратненько идем. Кто умирает, встали, побежали. Чикнафукан. Лукади здесь, Гурский, Мседа. На пулы даем на танков. Танки у нас Винар и этот, как его, Void Defender. Маленький вклад. Дай каплю лимон. Не потому что капля. Я могу боб только дать. Много, не агрики, вы сошли за это? Нормально. Что большого можно тупо свернуть, вот и все. Хорош. Можно дать шакал, можно дать сковани, все угодно можно. Сковани, а можно поломать ноги ему, чтобы он не пиздил нас. Мы я тебе говорю, мы на репо фарм ходили, мы 3 часа фармили с одним ДЦ. Ты что, выучил это? Выучил тактики? У меня, блядь, весь репо фарм играл нахуй. Играли через станы, через там вообще... Так, замена, соответственно... Ну чё, давай, о, чулан занидил, да? Ах ты негодяй, чулан. Так, для ребят, кто первый раз с нами, кто, соответственно, кто сейчас в основном рейде,
все остальные, кто на замене хотите пофармить там или что-то того, может поливать ИП вам на чистку, соответственно, после убийства целка, если вы будете онлайн. Дальше. Для тех, кто с нами впервые, боешки с самого трэша целка фигарятся этот, как у КБ. Обычные, которые падают, соответственно, 200 левел, вы можете ролить. Далее, копить по токенам один за рейд, если, конечно, никому не надо, то можете ставить второй. По паукам приоритет сейчас играем. Идем фаст, там, за косяки 50 ГП, не забываем. Будете жестко косячить, будет ГП повышаться. А что ты уже дал? Тактику все знаете, соответственно. Вон на замену возьми холипал. Полипал и так уже на замену. Далее. Идем по ИПГП лутмастеру, так что аккуратно. Дымыч. Лопасос, БРН до дымыча. Ну, чем бы я лично знаю? Душим. Аккуратно. Я бы... Лимон, аккуратно только. А боешки с босса ты что сделал уже на ролл? С боссов это так же в ДБ. А. Соответственно, с ГБ вы можете за половину уколоть. Аккуратненько идем без пэтов, пожалуйста, ребят. Много трэш у меня. Ну что, идем на фаст. Чё там, фармер что-то? Нет, нормально? Да, письмос. Нормально вроде. Только же. Ну, Лимон, только не умирай, да. Я стараюсь. Ну, сильно особо не вливайся. Через пауков играем, ребят. А, я в кокон. МС Сайда плюс они, если ты меня слышишь. То есть, мне кажется, что они в дискорде. Я проверяю еще перед боссом. Я Хорошо. Да, походу он что-то говорил, не знаю. Проверим через этот. Как у вас? У босса дается. Говори, что здесь. Да, еще посмотрим, приз зайдет или не зайдет. Не зайдет, но не меня не пал. Ну вот, ну, типа вот таких вот сами все. 200. Да. Так а чё они на лук нормально уходят? Нет, пили недавно такой-то 250. Ну, лишнее долго не бывает. Это тупо на ремонт. Ну. Блин, я всё взял. Я всё взял. Ну, сейчас, блядь, за все силка два осколка, блядь, 100% инфа. Кстати, вот такое колечко последний раз за 500 голды продал. Ну, доля, по-разному. 451 осколок. Артём, ну, сколько тебе еще надо осколков? 3. Упадёт. Первого квартала упадёт. Делаем ставки, что? Делаем на голду ставки, а? Ребята. Ну, что? Лучше проебёшь. Моей везучести проебёшь нахуй дохуя голду. Давай. Я готов собирать эту голду. Давай, ставишь, нет? Что меньше, поехали на косарь. Я ставлю, что будет. Поехали. Задумал. Бухмекерская контора задум. За что споришь? 1000 голды, 3 осколка упадет. Не упадает? Кто? Больше, меньше? Давайте. 1x осколок, да? Да, да. На то, что упадет, все норм. Бля, и все, короче, это, давайте пишем, ладно. Давай, смотри. Ирин, толчок у тебя там. Так, рыбу я поставил, звезде даем обмен, выдаю фласки. Ирин, дал. Да, я тут. Заходишь, нет? Я зашел. Поставьте живца, пожалуйста. Ну, у меня дживс 12 минут КД, давайте. Вот заходит. Соответственно, у кого потом закончится фласки, какого, дадите обмен. Также выдам. Оперативнее только, быстрее. Все делаем как можно быстрее. Я хламобота поставил справа. Что ты думаешь, он не выбьет 3 осколка за рейд? Да, фиг его знает, блядь. Тут, ну, давай спарнем на косарь, я думаю, выбьет. С моей везучестью-то, блядь, этот... И все, Тёма против себя поставит. Ладно, хорошо, давай ради интереса. Ты говоришь, что выбит, я говорю, что не выбит. На косарь забились, давай, хорошо?
Все. Есть бабло. Есть. Не, давай, Зубинчик, я также хочу, давай мне деньги. Еще давайте, можно коэффициент устроить. Стопните флот. Кому еще фласки обычные нужны, обмен даем. И обычные? Или припод? Не, обычные. А припод нужен? Не, не надо. Дайте шкаф. Еще кому? Шкаф дайте. Стоит. Так. На, пьи. Да, припод дать. У меня есть тут полстака. Ну, спасибо. Отлично. Еще кому? Быстрее только, ребятки. Давайте оперативнее все делаем. Еще надо бы этот... А что вам, броня нужна, танки? Или обойдетесь? Нет, я сосредоточение держу, ты от магии льда, и все нормально. Так, все остальные... А, Вивен, да, я тут. Давай, рыбу жри. Так, мост. Выйди, пожалуйста, к звезде, я тебе бафну кулачок. А что ты на меня билку кинул-то? Так, дай рыба стоит, рыбы сойдите, рыбу кушаем. Не просто так с этот ем. Ой, точнее, делаю. Я грузь. Да, сейчас. Пускай будет на мне, ладно. Турбойс есть чем скинуть агро, у меня нет. Так, чек на готовность. Здесь по тактике все, все знают. Верен дал рыбу, жрал. Не жрал. Жри рыбу. Я говорю, у меня грузится. Ну, если ты уже тут. Ты... У меня прогружается это. Рыба. Да, нормально, нет? Что МТ? Во, рыба, вижу. Эвинар, МТ. Эвинар, МТ. У нас тут в рейде есть? Да. Отлично. Поел. Еще раз чек на готовность, все, выходим. Так. Лимон. Все, так, готово. Отсчет на пол. Геру. Противник. Сносим шипы, не забываем. В лужах не стоим. Куда Шредер пропал? Не знаю. Некого заебывать, сука. Где я получил? Ну? Если от костереза, то предполагаю, что под мордой. Прямо под мордой. Получаем. Следи за тем, где становится рейд, а не перед боссом стой. Твой косяк, полкишок не чист. Минус 50 рук крову или что там? ГП. ГП. Да, Лауру. Мастер. И ты думаешь, что за хрень, короче, меня это... Ура! Беги, блядь.
А у меня этот, короче, беги. Беги, беги, сука, это включено в ДБМ мемнес, нахуй, когда вихрь дает, блять. Ролин. Привет, би шейка на эрдру. Шейпер, шоп по ДПС. Я говорил, удалю вара, блядь. Честно, дурнована. Ура! А чё там Брина упала, да? Квест. Квест на Дарнавана возьми. А чё, Брина упала? Блядь. Упала Брина. Вот раз. А я думал, Брина упала. А дай лимон на запы. О, а, да. Лимон дали зап. Ура. Отлично. Тупо за 20. Лимон, мы в хэме ходим, блядь. Лучше бы с хэма забрал, серьезно. Да, а у меня в хэме вот такой. На заменку. Понял. Это говно. Мы с 25 хэм говорим. Берем квест, соответственно, если что. Как его? Надо будет оттянуть его. Бокрус. Турбоконтроль. Да, турбоконтролишь, если что, задум фиряешь. Дарнавон вроде с левой, с ближней придет Алиса. Так, череп, стой. Кубис вышел, не? Нет, ты дальше не идешь, дальше идет мульти. Мульти в рейд, Кубер, спортуйся. Поехали. Мод Куберса распробуем. Куберса, у тебя проф убит? Да. Хорошо. А этот Азулджин? Нет. Так, по черепу РДД играем. Байда также прохиливаем, не забываем. Толпокаяние. По черепу РДД. Он завейдет. Помощник слева другой. Так. Крест. Если что, блин, череп, крест РДД. Вставай, беги быстрее. Минус танки. Бать, ну... Через станы играем. Станы кресту раздайте. Угу, понятно. Как вы умудрились всех сагрить, блядь? Пришла и сдохла. Сейчас ничего смешного нет. Это потеря нашего времени. Умирайте, не бегайте, блядь. Или бьете, или этот, нахуй, умирайте. Не тяните время. Работает. Вот работает, да, ТП-шимся. Бейте, бейте, тут нет, нормально. Стали ТП-шимся, быстрее. Давай, по черепу. Стан черепу, дай. Да, стан ему не надо, череп это не помощник. Вестник. Вообще вестник, даже в курсе.
Так, по черепу РДТ играем. Крест Алис... Войт. Притяни крест. Да. Войт, притяни крест. Давай. Ну таун там притяни к себе, чё ты, ёб... Ты юный протовар, блядь. Или кто? Маленький протовар, который смог. Чу-чу. Не, Войт, зачёт вообще, честно. Я всем друзьям показываю видос. Все просто в ауте, ебать. Всё, я даже заманив людей в игру за счет этого видоса. Лимон без двух. Двух три, да. Именно жжет. Так. По помощнику РДД играем. По помощнику РДД. Ой, тот талк, отводи их. Отводи этих хуев. Ну я тоже сыграл на первый раз. Забыл, что это не хэм, блядь. Шо-шо? Забыл, что это не хэм, нахуй, они тут ебашат сильно. Симба он его называет. Я кота Симба. Да. Не, меховая тряпка вообще-то. Ну, меховая тряпка, когда он меня разозлит, давай право. Ну, то я говорю, пусть лан там это, не воспаляется, а то. Осколок был с ребра, не дай? Нет. Давай лутай там, а то я пролетаю по голде. Нет, не было осколка, я... Всего 1500, давай там это. А вы до какого квартала так спорили? Ну, чисто на весь... На весь инс, на весь... На весь инс, на весь инс. Конечно. Ну, как... На спорить до квартала, то Винс, весь инста 100%, наверное, упустил. Не своей-то везут. Надеюсь, блядь. Моей допустим, конечно, да, но... Проще смотри, падает три осколка, ты мне полторушку даешь, я костер лимон надаю, понял? Ой, забери. Самая уверенная речь, которую я слышал. Ой, чё, нормально попадёт, наверное. Не, там Роме было еще, ты думал. Предлагал Честеру выкупить с ГБ багруху за десятку, продать за двадцатку и деньги попилить. Кстати, вспоминаю сейчас Роме, когда он в Запад коньячком с Пепси был, точнее с Колой, я сейчас так же. Так что, ребята, если на Личе буду быковать, вы не обессудьте. Чего, ты этот, что ли, пьешь? Агу. Могу. Я просто замутаю, пойдешь без микрофона, вот и все. Не-не-не, музыка ж не играет, ребят. Вроде не слышишь, да, ничего? Дайте столик, будут каски. Я сейчас рыбу поставлю. Так, кого на контроль? Подходим. Близко не подходим, соответственно. Контролит у нас турбо с задумом. Тыкайте в стол. Дальше. Как его? О пати, соответственно, давайте. Первая, третья слева, вторая, четвертая справа. Соответственно, Мерседа, ты играешь чисто по боссу, Моса чисто по боссу. Как его? Бокрус, твоя задача. Моб приходит с лестницы, ты его танчишь, ты его тянешь на левую сторону. Соответственно, как подойдет вот сюда, я сейчас прыгаю звездой. Начинаешь тянуть его. Не прослакай. Каждое появление мобов, он появляется. Мосс, где ты там? Блин, что у тебя за голимые, блядь, на смутрификации, на шейпе? Медведь, вот отсюда Дарнован выходит. Пусть там какая-то сова и Макс сидят на нем. Ну, блядь. Давай, чек на готовность. Мне с какой стороны? Джованни, в обмен кинь. Дам. Первая, третья слева, вторая, четвертая справа, не забывайте. Я это все анонсирую. Казу, куда и подарок? Дарнование. Дарнование, турбо с задумом. Джованни, кинь мне обмен, пожалуйста, быстрее звезде. Кто там лагает? Вириндел. Вириндел, ты сильно лагаешь или ты этот, как его, сможешь пойти? Дальше. Потому что если ты будешь лагать на основных боссах, это будет очень напряжно. Мне проще тогда тебя сразу заменить. Кулак я тебе дам, Мосс.
Лимон тут? Я сейчас пройдет лаги. Он еще и, блядь, в игре бухает, ёб свою мать, блядь. Шо тебе? Для большей достоверности, блядь. Кто бухает, мастер? Еще раз. Ага, кто-то еще спалился, а кто там только что говорил? Все готовы, отлично. Отсчет на пол. Танки по позициям. Слышь, Тёма? Вы поменялись, что ли? Включи мемность в ДБМ. Ну, справа трэш собирает. Алло, прием. Первая, вторая. О, блядь, первая, третья слева, вторая, четвертая справа. Ёп. Четвертая справа только я. Магдай Хекс. Да его чулан держит в корнях и постоянно сбивает. Как я понял. Мобы готовимся. Как лопасос умер? Контролить не умеем или чё? У нас трупы, трупы. Легли. Перестал чего? Ладать. Легли. Стоп хил. А у нас, оказывается, стоп хилы, блядь. Справа бьют два человека. Трэш, это нормально вообще? Два человека собирают, я бью и еще какой-то милик топ. Ну, чулан у нас решил контролить. Первый. Хотя сказали, турбо и дум контролят. Сам себе по-другому поставил. Не с той стороны, это мой косяк. А, блядь. Да, сейчас. Слабо у них пати. Не слабо. Че по хилу у нас? Я тебе линканул. С кадом не линканил. Я тебе исцеление получу, не линкану. Это в покаянии стоит до сих пор. Я запомнил. Я так в РБК троих отпиздил раз. Зелененький. Нет, так, без справки надо сейчас, когда зайдете, квест отмените и возьмите заново квест. Потому что он проваленный. А нихуя у меня не провален. Давайте оперативней. Так, ладно. По-другому. Ща я, может, у Паши Танису возьму, если хила не хватает. У нас есть еще зеленый бабл. Так, первая, третья, слева, вторая, четвертая, справа. Да. Ок. Не забываем про это. Рыбу поставил. Гурска, может, не этот нахуй. Гурский пришел или нет? Так, Лимон, настолько 2 милика и есть на правых мобах. Да я третьим должен был быть, блядь. Я прослакался, всегда все слева. Туда даже плюхи не махер, туда даже плюхи не летят от РДД. Под конец уже начинается, когда да, мангал висит, и когда от них толку нет от этого РДД. Мангал офтнулся или что? Сейчас посмотрим. Так, медвей полтишок. Заслаг. Так, дальше там был Пуча, умер. На ребре забыл начислил. Так, вопрос, что это за штраф такой? Я не в курсе. За то, что ты сдох на ребре перед лицом босса встал. Тактики не знаешь на ребро. Он понял за что, он не понял, что это такое. Система ролла, ЕПГП, лутмас. Лута, ЕПГП, лут, ну, соответственно, ролим по ЕПГП, лутмастер. Серёга, погоди, так,
На замену вы, конечно, плюсуете, но, блядь, вы должны быть подходящими на замену, а не то, что вы 230-й, нахуй, плюсуете на замену, ребят, серьезно. Клинит пока что нет. Если хочешь на замену, можешь рисовать. Теперь так, Кликсус. Кто такой в Дискорде? И Панда. Это я. Железница. Это кто? Верен? Да. Да. Ну, Кликсус это маленький му, если честно. Он слышал? Слышали. Так, тихо. Панда, это Вирендел, да? Да, еще поменяю никто. Окей. Так, баф раздаем. Чек на готовность. Так, не успел. Красок не вижу. Гурский где? Простите, Гурский. Ну, срочно надо было отойти, он написал. Каску можно по мне? Что без него пока? Баф. Лучше верить, пишите. Сам еще не все запомнил. Так, МС до мастерал готовы, нет? Да, да. Еще раз чек на готовность. Подтверждайте готовность, что я видел. Так, я походу делал это. Давал участников все. Блин, Тём, сорян. Кто как еще раз орает по группам? Повтори, пожалуйста. Первая, третья слева, вторая, четвертая справа. Ок. Тью мертвый? Тью мертвый, отошел чуть-чуть. Посмотрели еще раз, танков я поставил по другим сторонам. Соответственно, Лиса слева, Войт справа. Так, еще последний чек даю. Потому что меня напрягает, что вы не отвлекаетесь на чеки. Че за херня, не пойму. Под тоскушку че нету? Бокрус, не бей Дарнована. Никто не бьет Дарнована. Если что, так, мы делаем... Кулак, помойся. Кулак я дам, помойся, не беспокойся. Может, СС кому дать, не? Не надо. Потаскушка готов? Все, все готовы, чет на пул. Не воспринимали. Я поддержу, чулан. Милики, в первую очередь. Контроль. Милики, в первую очередь приверженцев. Бейте, пока не ищите. Убивать, не трогайте Дарнована. Контроль, кто бьет, блядь, Дарнована? Давай, ушла в контроль и ударила. Стопните, флут. Я не пойму, что за хуйня? Вы меня не слышите или что? Или мы не делаем квеста? Вам, блядь, 750 АД или сколько там лишнее? Готовимся, мобы. 5 секунд до контроля. Контроль! Стан по мне зарядил, медведь, блядь, какой-то. Мастер, а ты чё молот-то не добил, пошёл? Куда пошёл? Я в стане был, блядь. Но... От тебя. Ну, а моба чё не добил? Так я пошёл, добил его. Контроль. Контролем. Трэш, стоп, по боссу, лица не бить. Там трэш ещё.
Один вылезет, наверное. По мобам играем быстрее. Вот, главное держи этого фанатика. Левел встал. Господин БР Мангиала. Кто бьет, блядь, там Дарнавана? Аксесса контроль. Быстрее, леди, свичнитесь, пожалуйста. Отлично. Танки босса забрали. Леру. От духов учимся уже отбегать. Не получайте лишний дымак. По Нагере так и будете вайпаться на этой ебаной леди. Контроль. Ясно. Дернова на овца 8 секунд. Торба, переовцу, пожалуйста. Сложа. Хуёво лимон без квеста, да? А я вообще забыл взять. Я тоже. Я говорил вам. Да знаешь, ты говорил. Я сам даже думал об этом. Не надо, пожалуйста, озвучивать этого рейда. Для роги что-то. Да, блядь. Я релогнусь. Че, бесит тебя табличка эта, да? Да, да бесит табличка, нахуй. Все открывают, ебаный рот. Я ему смогу... Люди, люди, люди. А я смогу, короче, его перекинуть персонажа на Альянсе? Можно. Наверное, через АУ. Там собралась. Ну шо, мы бить будем, будем. Ой, я в бою. Это не я, это не я. А шо, все молчат, да? Да. Все, идем на это. На корабль. Лимон, а ты чё, не фармишь душу? Релогнулся. Артемий выпал, осколок, нет? Да. Бля. Артемий. Что за дум, моржа уменьшает? Так, один слот. Кто может уступить на корабле? Одно место. Ну, кикни пока, и кью потом придет, возьмешь. Да, Гурский пока этот, му, в рейд. Лимон, ты ж в курсе, я все равно в плюсе. Да, на 500 пока. А вот он. Так я-то с нифига тогда буду в плюсе. Мастер вылетел.
Слышишь, какая тишина в Дискорде? Да. У меня музыка колбасит, ни хрена не слышу. Даже когда кто-то говорит. Могу вам спеть, хотите? Нет. Ну шо вы такие вообще? Я... Как в этом мультике? Ну, сейчас спою. Не стоит. Так, Му, давай, тебе сум нужен? Или ты стоял перед целка? Ага, сум нужен. Внучек на корабле поставишь шкаф. Что мы на велик? А, в корабле все. Так, 4 плюса в пушку. Джованни, Вудшейпер, господин Дыгдымыч. Шкаф. А как же душ и лимон? Души здесь не бьют. Где ты там? Угу. Там уже Серега поставил. Бля, мультя шо, он дед? Ого! Мультя, братан, что тебя побудило стать снова нежитью? Угу, вижу. О, еще один undead? Фулл этот, как его, баф отдали. Мульти-undead. Красавчик. Я вчера целый день думал, что за донеси, поставки или, так, блин... Так, лишний флот уберите, пожалуйста, задумчик, на трэше будешь говорить. Так, Мосса, я тебя, блядь, опять не вижу, надо тебе метку поставить какую-нибудь. Ромбик будешь. Так, все готовы? Full buff, соответственно, дан. Джетпаки одели, туда прыгает Алиса. Так, мост, лови кулачок. Завожу. Порогом лимон, дай каску. О, наконец-то пустила, блядь. 4, соответственно, человека в пушку. Это Джованни, Вудшейпер, господин Дыгдымыч. Остальные без пушки. Кто забагает пушку, получит атата и пойдет на замену. Лимон, поставь там от огня, что ли. На пушке остается, да? Или пропадает? Да, да. Ты же с нами вроде, правильно? Ты и она по РНЖ. Соответственно, две правые по дальним левым, две левые по дальним правым. Так, а что теперь? Остаешься на этом корабле, напуливаешь на войда всех этих мобов. А что теперь в пушке нельзя до боя садиться? А, никогда здесь до боя нельзя было садиться. Да, нельзя было. Это тебе не цирку. Заморозка. Прыгнули. Бля, забыл выстрелить. Че, его исключил? Че-то да, я проорал. Убили. Лишний флот убрали. Вы хоть на кораблях, но все равно на боссе. Свой корабль. Я здесь сидеть 5 часов не собираюсь. Слышишь, Войт, а если я сделаю все квесты, осколки ж я буду видеть, да? Или нет? Должен видеть. Я что не... за квесты? Ну, соответственно, квест на осколки я сейчас закончу. Буду я видеть осколки или нет? Прыгаю. Я вообще не в курсе, как на сервере. А на церкви видел? Я всегда видел всеми. Орелы всегда видели, поэтому и собирали орелы осколки. Даже когда квеста у них не было. На свой корабль.
Бля, как же на новые наушники давят, нахуй. Хе-хе, а мне нормально. Тёма. А. Включи мем на Сидибаем, я тебя прошу. Да я ж без звука. Тихо кричит, как погромче его сделать? Я не знаю. Звук или вообще. Прыгнули. А у меня орёт, что пиздец. Виталий, а мне стопудово голос Ромки, да? Меня что-то лагает очень сильно. Я садится. Ты на этом корабле, да? Плохо. А, нет, я на том. Я все. Давай, давай, обратно прыгаем. Быстрее, не слакаем. Команды на дальних не было бить. Если что так. Если что, это ДБМ все делает за тебя, нахуй. Не дает. Прыгнули. Испанцы. Ну и как этот мем? Надо со звуком играть или нет? Да. 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 Ну, никак, не в игре звук надо включить, а самом этот. Звуковые эффекты. Корабль. На свой корабль быстрее. Это вместо чего, испанцы? А ну это ну, когда заморозка, когда прыгают. Ну, Deadly Boss Mods, блять, лагает. Чего? Deadly Boss Mods, основные настройки предупреждения для рейда, и там галочка поставлена мем. А без ДБМ вообще играть сказка. Где? Ну, предупреждение для рейда, чё? Ебать, он орёт, нахуй. Прыгнули. Что, с того аддона, что ли? Да, с того ДБМ нового. А, ну он товара будет туда вставлять, слышишь? В смысле, а где это? Да это у вас нету, давайте потом это озвучим. Фигня, у меня вроде его нету. Этот, ты чего, не качал? Нет. А где ты его взял? Что такое? Баддончиков есть. Не, его нет, или ты закинул? Нет. Там мне ссылку скинул один. Чувак сам лил. Молодцы. Его, бля, еще запросил на. А, он орёт испанцы. На трэш вообще было FBR, нахуй, короче, когда трэш выходит на леди, бля. А чё там было? Там, когда трэш выходил, каждый раз другой звук. Испанцы и какой-то ФБР, когда заламывается в комнаты, короче, кричит, блин. Топор есть, кстати. Да, и сколько нет. Бум. Скоро надо меньше звук сделать, значит. Бля, давай в четвертый спек. Бля, колечко пиздатое, кстати. Ну, стремись. Хотя, а там с 277 какой-то падает, не? Ну, этот же топор. Бля. Запомни. Но мне они не нужны, нахуй. Ну там шметка и всё. Да меткость-то меткость, но, блядь, мне сокеты перебивать дольше. Больше по бабкам уйду. Фулл баф дали. Соответственно, кроме Роги и этого, какого? Кроме Рог и Кота, все остальные играют по мобам. Рыбу едим. Тут, по идее, должны быть новые таймеры, блядь, на пол. Чек на готовность. Ага.
Давай, запускай. Еду, элемент промобиал, мседа. На орке. Так. Ты запускай уже, ну. Или там кто-то ФКш. Я сейчас хостспот проебу. Уже этот, как его запустил. У меня ДБМ не заправлен, солнечите, пожалуйста. Русский, этот, как его, после орка зайдешь. Кстати, мне кажется, таймер не тем, блядь. В смысле? Да, он в 30 секунд уже начинает шары свои выдавать. А ну-ка, линканите обычный ДБМ. Линканете, когда будет старт, хорошо? Это правильный ДБМ, он все правильно показывает. Больше секунд. Давай, Горян, я в тебя верю. В смысле, Курский, ты далеко не пойдешь? Блин, ребят, скоро начну подпевать. Уя! Нельзя, Злум, нельзя. Короче, опять фласку бурстовую проебал, короче, в сезон. Так ты ее пей, когда эти хуи побегут. Чё ты, блядь, не шаришь, когда я начинаю собрать? Я не про это. У меня два хаспота вообще-то. Один ещё на броне идёт. Да. Всего-то два хаспота. Вообще-то я вот про это. Геру. Помогам. Блять, фризит нахуй что-то. Ой, забери, забери. А, сука, меня лагануло. Сколько там секунд до чудовища? 5. Без ДБМ. Бомжей. Алиса. Я, блядь, лагаю жестко, нахуй. Что за бред-то, блядь? Вокруг дай бомжей. Пиздец, меня походу выкинуло, бля. Что там по боссу? Трэш на спице. Ну, босса никто не лутает. Так. Били? Нет. Почти.
Бля, что меня выкинуть-то? А, выкинул. Заходи. Вот шейпер, это плакал. Как вас передамажить? Рину вас знает. Блядь. Сколько надо задонить, интересно? На я ша посмотрю, блядь. Похороним тебя, как подобает. Сука, бегать за этим ебучим трэшем, блядь, по всей комнате, это такое дело, блядь. Ой, ой, нет, мазать. Все здесь? Надеюсь. Блядь. Герой, он не упадет никогда. Бля, иди нахуй, Симба, блядь. И вертуху ему. Сейчас. Чё, там выпал этот осколок, не? Да погоди ты, осколок, у меня, блядь, залагал лут. Так, тихо, тихо. Ты, главное, не нервничай. Ты ж понимаешь, у нас с тобой на кону твои 1500 голды и лимона 1000. Наивный парень, блядь. Да ёптую, блядь. Сейчас я вон. Ну что там, ну что там? Да погоди, что там, блядь? У меня лак нахуй. Тёма, ты говорил, нельзя владеть на боссе. Босс убит. Признавайся. Сейчас, секунду. Залутали уже, да? Что с Артемием, кстати, вчера? Чё тебя не было на Молчезаре? С работы я вернулся в 10:30. Я как бы вчера был день лайтовый, в игре присутствовал, смотрю, не матя. Пойдемте Валик пиздить или чё? Да, пофигу. Порт открыли или нет? Шейпер, тебе прокол этот? Корова, блядь. Думаешь, я чекал. Блядь, ну у меня лут. Ну а чё вы на сурке стоять будете теперь, да? Вот. Ну передай кому-нибудь. Демон здесь. А ты Валю цепанул, что ли, на нас? Не передавай, ему не доверяю, стопудов сейчас подмухлюет. Так, стопните флот, лимон. Да, тут, да. Лутай. Да. Лутать? Да, лутай. У меня забагался вот. Есть осколок? Нет. Ну давай, значит, по ПРу. У тебя права же есть? Мне не видно таблички этой. Сейчас, тогда погоди секунду. Нет. Ты когда запускал... Нет, вот появилось нормально. Ты должен этот... Угу. Смотри. Так, что-то дум там... Верндел, ниппел... Верндел 0-2. Не, я дон не стал, лимон. Он не нужен. Тебе он для чего нужен? Ченко. Рог ДК Макдруид. Да ты выкидывай, там будет видно. А, они Валик тут бьют, блядь. Хотя это должно быть видно. Килл, господин. Бокрус, что это за минер апгрейд? Минер апгрейд это мейн спек, отдаю тебе. Приор 11. Нирел, офспека. Офспека, у печенки нет. Винар, грид, лучше жми по зеленым, просто проще раздавать. Отдаю Бокрус. Тот, кто этот, не забываем, печенька идет всегда. То есть, если вы ролите, то ролите на мейн спек. Тём, а Зоэл тоже с Харькова, не? Не знаешь? Не знаю. Все, вроде отлагал, блядь. Чё, ты разролил? Да, все раскидал. Можешь забирать. Блин, мне больше всего нравится в этом аддоне, что он автоматически начисляет ГП. Вообще, да, да, да. Не нужно сидеть вот это вот, дрочить кнопкой. Ну там, если что-то, только этот уменьшать чуть-чуть к этому ГП на опции. Смотри, ты там можешь в настройках сделать минор апгрейд, то есть мейн спек, офспек, ну точнее мейн спек, минор апгрейд, офспек, потом грид, ну, на за 10% и пас. И он у тебя, по-моему, если так настраивал, что он выдает на миноре именно разницу. Лимон. Ставки до 1500 повышаем. Легко. Поехали. Лимон, где тут этот, как его? Так, с турбо забрали, турбо, глыбу. Танки умерли, блядь, у нас хила вообще нету.
Один танк здесь, почему? Войс здесь. На пол на Вайда дали. БР дали, Винар. Быстрее. На пол. Диспел. Милики, служи, уходите, блядь. Турбо, аккуратно. Погоди, не торопись, свой, да, я баф на всех. Так, Гурский, давай, винст. Или, да, Гурский, винст. Шкаф поставь за дом. Чек. А, вижу. Тык, 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 тык. Тыкать Симонти Гурского. Ну чё, ещё у тебя тёма есть? Джованни, братан, у меня всё, скорее всего, в ГБ, джуса нет. 8 боссов, да?